Итак, дорогие друзья, продолжаем прохождение игры нашей за Русь. Захватил я желанный мною Краков, вновь он в моих руках. Население здесь уже вообще мало-мало. А мы войска вновь создаем, потому что вновь угроза Кракову у нас есть, потому что эти чертовы венецианцы, они не дремлют. Убьем принцессу. Просто так. Так, вот тут мало православия. Почему? Тут даже церкви нет? Нет, есть. Есть. Венецианский убийца. Охренел, братан? Ты давай-ка... Не надо нам здесь убийц никаких. Так, интересно. Ну я же дойду, да? Я дойду, и более того, я смогу захватить вас. Более того, да. Вот так вот органы орудия и все. Ладно. Ладно, пробовать не пробовать. Пробовать. Давайте попробуем. Отлично. Не знаю, конечно, как там стены пробились. Ну, по идее, они были подкошены. Надеюсь, вы умрете достойно. Были они там немножко поломаны. Не смогу крепости я успеть построить. А вот тут смогу. Только я никого туда... А, нет, смогу отправить. И еще назад вернемся. Так, отлично. Мы уже... Это что у нас? Это... Ну, это Германия, да? Штауфен. Западная Германия. Мы уже дошли до границы с Францией почти что. Так, тут у нас есть войско. Тут у нас есть. А лазутчиков мне тут нет. Пора. Пока что я для себя никакой опасности здесь не вижу. Но это пока что. Так, что мы с этими войсками? Мы их переведем к Магдебургу? Наверное, но не сейчас. Вот на этой серии точно захвачу Рим. Тем более, кстати, да, я его уже взял в осаду. Но все может измениться. Сейчас как подойдет 10 тысяч подкреплений, и, ребята, все. Не на что надеяться. Так, нельзя... А, это вражеская земля, это Антверпен. Черт. Не могу я тут почему-то строить свои доблестные вышечки. Не знаю почему. Честно, не понимаю. Но мы семимильными шагами бахаем к Донголе. Вот. Да. До встречи, имши! Вы пыль под ногами великого султана! Ой, братан, не надо оскорбляться. Оскорблять. Текс. Ты доплывешь? А ты не доплывешь? Имши! Имши! Вы пыль под ногами великого султана! А в принципе и доплывешь. Вы не забыли, что мы... Но у тебя нет войск там. Прочь, неверный пес! Имши! Такс. Печально-грустная история. Я таких уже много слышал, но не отчаиваемся. Все нормально, все будет прекрасно, замечательно. Так, твердыню мы строим. И почему я не могу вышечки-то строить? Я не понимаю. Вроде можно было всегда строить вышечки.
Вообще, давайте землю сделаем, потому что они будут очень туго, медленно плодиться, а мне надо побыстрее, да, побыстрее. Не знаю, начинать ли тут уже делать войска или не начинать. Что тут с православием у нас? Уже неплохо. Здесь плоховато, здесь отлично. 82, 93. Вернули мы в лоно православия все, почти все византийские бывшие земли. Видите, какой я хороший. Так. А тут православие 0. Как так, ребята, как так? Вы что? Что вы себе позволяете? Так нельзя. Делать совершенно никак. Так, братишка. Но католическим священникам тут не рады. Ух ты, ни хрена себе ты как бегаешь. Ладно, допустим, ты остаешься здесь. Хорошо. Но это не говорит о том, что ты в следующий раз выживешь. Вообще убийцу, кстати, можно сделать, да. Деньги позволяют. Нюрнберг. Жаль, никакого конного ополчения я не могу себе позволить. Так, здесь занимаем вновь. Как так? Назовите место, где мы вступим в бой. Ух ты. Ланце спецаты. Охренительные копейщики, насколько я понимаю. А давай. Казнить. Да, вот я этого и хотел, чтобы полководцы мне дали. Если я не ошибаюсь, то у них больше нету войска рядом с Будапештом. Но мы с предосторожностями. Или нет? Я хотел воздвигнуть крепость, но что-то не получается. Да, не получается ни там, ни здесь, только тут. Ладно, хотя бы тут возведем ее. Надо здесь войска клепать. Войска и священника. Это будет полезно. Так, Загреб. Надо готовить войска для вторжения на Загреб. И вообще разбить вот эту венецианскую армию. Тоже неплохо. Так, что тут у нас в Фессалониках? Да все нормально в Фессалониках. Восхищаетесь своим врагом? Вроде бы пока никаких войск там не плывет к нам. Ладно, все ли я сделал? Ну, так, да-да-да, с монголами я не все здесь посмотрел. Так. Если они захватят обе эти крепости, они сразу на Рязань двинутся. Могу ли я их как-нибудь остановить, как-нибудь здесь заглушить? Да вроде нет, не могу. Ладно, ничего не поделаешь. Ничего. А здесь надо войска вывести. Оставим вот этих. Балканских лучников тоже заберем. А, что я делаю? Надо же вот так. Спартаковские переходы это называется. Да.
Так, а у меня же здесь есть торговцы, можно еще торговцев сделать. Тем более мне здесь уже никто не угрожает. Раньше здесь была Византия, а теперь тут никого. 805, а здесь бы ты сколько получал? 966. То есть там торговать выгоднее, правильно? Здесь менее выгодно. Здесь также. Сера. Это что у нас? Тоже сера. Сначала мир, потом торговля. Лады, пропускаемся. Так, или разочек. А, да, добить флот. Вот сейчас будет ухудшение общественного порядка. Да. Эх. Степняки. Отважные бояре сражались как могли, но их было слишком дохера. Ра. Ну давайте вы тоже давайте. Убивайте лесников, да, правильно. Это достойно вас. Китбука гневный. У них все какие-то гневные. А вот и подошла армия к Вильнюсу. Так, это хорошо. Но как мне этим воспользоваться? Зачем я тут вышку построил? Тут можно было крепость сделать. Тут нельзя. Тут нельзя. Блин. Они же легко отсюда выйдут. Здесь я не построю крепость, насколько я понимаю. Ну да, не построю. Может так? О! По идее, это должно им преградить путь. Посмотрим, я не знаю. Так, максимальная мобилизация. Мы этих степняков загоним в угол. Капитан наемников. Это хорошо, конечно же. Хотя он тут вроде спокойно проходит. Ладно, посмотрим уж что. Уже ничего здесь не смогу сделать. Так, а эти войска в Краков куда-нибудь отведем от греха подальше. Точнее, к греху поближе. Бойники. Новая линия обороны. Так. Давайте, ребятушки. Надо отбить басурман. Ну что ж такое, ливонцы,
Ливонцы, по-моему, это, кстати, даны были. Хотя, может, и поляки. Уже не помню. Так, что мы делаем? Мы грабим, как обычно. Как обычно грабим. С легкостью, потому что у нас есть пушки и катапульты. Берем большую-большую наживу. И идем притом дальше. Да, мы на этом не останавливаемся, баюги. На следующий ход будет наш. Налоги, естественно, понижаем. Люди должны нас любить. Любить, почитать, уважать. Но желательно, чтобы они нас и боялись тоже. Но не слишком сильно, как здесь. А то был вот этот вот наш... А, он просто неблагородный, наверное, поэтому его люди не взлюбили. Вот если бы он был жестоким, тогда они бы его полюбили. Или если был бы сильно благородным, тоже бы люди бы его полюбили. Умри, язычник! Так, папская армия обходит нас со стороны Неаполя. Знаете, мне надо посмотреть, что у них здесь. А здесь у них нету ничего особенного. Так, братан, ой. Давай. Нет, 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 не сюда. Туда. Твою мать, не сюда я хотел. Так, сейчас мы тебя заведем. В одно укромное местечко, ага. Да мисклики одни, а? Изложите ваши условия или убирайтесь. Все, сейчас ему конец. До свидос. Так, так и так. Неплохо. Хотите нас прогнать? Попробуйте. Интересно, где ж венецианский флот? Вам не место в этих флот водах. Папы, флот Венеции. Хотите нас прогнать? Попробуйте. Да ты что? Ну? М-да. Не очень получилось. Так, собираем всю нашу великую мощь, армию. И потом долбанем. Как жахнем по ним. Со всей силы. Назовите место, где мы вступим в бой. Я даже понял ваш план. Умри, язычник! Но извини, венецианец, твой план был раскрыт. Даже пожертвую полководцем ради того, чтобы захватить Будапешт. Так, вот этих ребятушек надо на переобучение в какую-нибудь ближайшую крепость. Ну, вообще, Тарунь у нас только ближайшая тут крепость. Соединяемся. Убиваем принцесс. Хотя тут шансов не очень. Здесь еще меньше. Тут вообще плохо. Ну, да, получилось, да.
Ясы. Ого, ничего себе. Монголы разорюки. Торговля рабами. 199 676. Да, выгоднее всего торговать шелком. Притом именно вот здесь. Я думаю, надо здесь кораблик построить. Это что, порт? А что у него нету этих причалов или маяков? Типа как это? Так, ладно, давайте по максимуму торговцев делаем. Большой рынок. Гильдия купцов у меня здесь. А, да, вот. Здесь лучше всего в Константинополе купцов делать. Получается, правильно? Обычно мы не торгуем с врагами. Так. Тут войска, да их, в принципе, расформировать можно. Если что, можно потом опять нанять. На перевозку просто уйдет дофига времени. Минус один человек в их армии. А мы тем временем отправляемся в поход. Такой. Так, увидим, что у них в горах есть. Самое главное еще догонять мою армию, а то она взбунтуется, как это уже здесь было, вы помните. Алекс, адмирал Всеволод. Хорошее имя. У меня 5000 еще есть. 5000 еще есть. Есть еще венецианская угроза в этих местах. Поэтому мы тут тоже войска. Соответственно, непосредственно. Ух ты. Непосредственно создаем. Нанимаем. Здесь. Все пересылаем наверх. Ух ты, каких я солдат уже могу делать. Так, ну тут у нас переобучение идут всякие там учения. А в Москве давайте тоже, кстати, не забывать создавать армию. Так, и переходами переходим. Ну, все. Казна на нуле, вроде все. Что хотел, сделал. Антверпен, тут все. Три хода до сдачи, давайте. Да, венецианцы, да, миланцы. Да, что-то я не помню, я... Штауфен в этом ходу захватил. Хорошо. Ты как обошел? Вот собака дошел таки до Рязани. Пожалуйста, будь воином ночи. Это очень важно, братан. Хотя он бы по-любому тоже был ночным воином, и там все плохо. Время доступно всем. Жители Милана теперь с полным правом могут считаться самыми пунктуальными людьми в мире. По крайней мере, теперь хозяева точно знают, не опаздывают ли их работники. На верхушке башни установлены весьма дорогие механические часы,
Так что теперь и принц, и нищий могут узнать точное время, когда захотят. Первые часы в 1334 году. Да уж, немцы заключили союз с монголами. Не очень-то достойный поступок. Оп! Ха. Снялась осада. Но за это мы продолжаем войска наши возводить. Прекрасные. Кстати, а здесь можно... Да, здесь можно их закрыть. И я их закрою. Я это сделал. Давайте попробуем. Казнить нахрен всех. А теперь ты, братан, не сможешь поспеть к своим войскам. Так что мы их просто замоем голодом. Два к авторитету. Великий... А, это у нас князь. И это орех. Если вы подумали, что это маловажно, то нет, это очень важно. То, что он орех, это вообще самое важное. Опачки, опачки, а там-то гарнизона нет никакого. Ну и что ты тут стал? Что тебе надо будет? О, опять они покидают крепость. Я могу ее занять. Сук. А, нет, блин. Лады, лады, лады. Тогда мы сюды. А вы вот сюды. И продолжаем. Наши войска доблестные. А, кстати, я забыл. Мы же здесь... Нас же здесь... разбили. Кстати, вот он захватит Вильнюс, а мы... Мы же за два хода до них доберемся, правильно, нет? Допустим. Ага, за два таких хода мы, в принципе, доберемся. Так, а как отменить действие? Или его уже нельзя было отменить, походу? Так, ладно, соответственно, естественно... берем Будапешт. Назовите место, где мы вступим в бой. Да. Давайте единую армию создадим. Как? Умри, язычник! Снялась осада. Что-то я сейчас этого не понял. Та же армия тоже осаждала, что не так? Так, тут уж ладно, добьем их. Император? Прощай, император. Вы, ребята, как у вас тут все запущено. Еретики, плохая... Плохая...
плохой общественный порядок. Тут, кстати, флот сделаем. Общественного порядка 5. А если мы так? 40. А ты у нас тоже не очень-то благородный человек. 55. Ну, хотя бы так. Так. Теперь надо здесь обезопаситься. Пушечка. А полководцев надо вывести отсюда. Интересно, а тут крепость где-нибудь можно построить или там вообще выйти нельзя? Судя по всему, не, нельзя. В Нюрнберге восстание. Слова ничто. Чё ж с Венецией-то я сделал? Сражайтесь. Как так получилось? Ладно, ребята, заканчиваю я на этом эту серию. Рим подержу все-таки в осаде, так что потом я его захвачу. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до новых встреч!